بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Социальная доктрина мусульман – это уже не первая попытка комплексно посмотреть на различные вопросы, связанные с жизнью мусульман в современной России, в современных условиях. Это вообще очень важное такое направление в интеллектуальных поисках ума, поскольку мы говорим о некой кодификации исламской традиции, то есть попытка выстроить некую системный взгляд на современные проблемы общества и того, как мусульманам жить в этом обществе.